Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы будем создавать вот такую миниатюрную волшебную полянку. Начнем. Берем остатки полимерной глины от предыдущих работ. Хорошо разминаем и раскатываем пласт 2,5 мм толщиной. Складываем его пополам, прокатываем скалкой и формочкой круга вырезаем основу будущей полянки. Берем небольшой кусочек глины, прикладываем его на основу и дотцем разравниваем швы. В то же время все хорошо прижимаем, это бугорок нашей полянки. Повторяем процедуру, пока не сформируем возвышенность. Для того, чтобы переход с горы на полянку был мягче, раскатываем колбаску и укладываем ее по низу нашей заготовки. Также выравниваем все дотцем. Иголочкой намечаем линии будущего склона. Раскатываем два пласта полимерной глины шоколадного и кофейного оттенка по 2 мм толщиной. Каждый пласт режем на полоски, примерно по полсантиметра. Начинаем укладывать полоски, чередуя цвета. Каждую полоску плотно прижимаем к соседней. Получившийся пласт прокатываем скалкой, чтобы полоски еще лучше скрепились между собой. Инструментом наносим текстуру. Теперь отрежем несколько одинаковых полосок и преобразим их. Лезвием надрезаем каждую полоску под углом 45 градусов. Повторяем это действие с другой стороны. Получаем почти готовый забор. Внутреннюю сторону также текстурируем. Примеряем наш забор и лишнее обрезаем. Раскатываем пласт шоколадной полимерной глины, текстурируем его, верхнюю часть квадратика подрезаем под углом, получаем ворота для нашей полянки. Аккуратно подставляем их на место. Сделаем также для них оформление в виде двух досточек кофейной полимерной глины.
Теперь займемся оформлением самой полянки. Возьмем темную полимерную глину и нарежем ее на кусочки разных размеров. Каждый кусочек прижимаем в лепешечку, укладываем на полянку, дорожку не трогаем. После того, как все уложено, тотцем прижимаем и слегка текстурируем почву. Ну вот и подошла к концу первая часть мастер-класса по созданию миниатюрной волшебной полянки. Продолжение следует. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков. Пока-пока.